Ну, расскажи, что случилось, какие проблемы с явкой у старых роз возникли сегодня? Ну, как мы все знаем, вчера у одной хорошей команды был корпоратив, и некоторые люди отнеслись несерьезно, как бы это факт, вот, и поэтому мы начинали игру шестером, нам сказали, что 5-10 минут и помощь будет, в итоге мы целый тайм играли на одного меньше и выглядели, как бы, ну, мы ввели, не проигрывали, это точно, то есть, в итоге мы поняли, что в меньшинстве мы играли лучше, чем в большинстве, в ровных командах. На каком моменте закончились силы, поняли, что уже конкретно не вывозите? Наверное, в начале второго тайма, когда мы начали пропускать голы, было сложно. Но там пытались, что-то забивали, потом сразу пропускали, шансов нам не оставляли. Было сложно, но я думаю, что у нас некоторые, и я сегодня играл до этого, чуть меньше сил было. Если бы это были бы не первые наши игры, я думаю, мы лучше сыграли. Даже тот Феликс, который опоздал, он тоже и ехал после игры. То есть, если бы он был бы свежий, я думаю, что мы бы намного лучше сыграли. И я, там ребята молодые, понятно, но я думаю, что мы на голову сильнее. Спасибо.